Привет, это снова я. Я нахожусь на 53-й улице в Манхэттене. И сейчас недалеко от своей работы. Вчера на другой объект бросали, надо шмотки пойти забрать. Вот смотрите, интересная штука. AT&T, телефон эта штука. И это их коммутаторы стоят в виде небоскреба. Эти улица. Дома, и раз, без окон, без дверей, полна горница дверей. Вот тоже дом прикольный. Это старые такие домики. Какая-то школа, площадка у них слева. Там уже 42-я, там сквер. Тут, блядь, вот иду. Люди уже с утра, автобус, надо будет обратно им поехать. Проездной у меня. Это вторая. По 10-й эвеню жду. Вот такой. Потише райончик. Вот там слева, где 6-я эвеню. 7-я, там веселье. Справа вон уже Нью-Джерси видно вдалеке. За гудзоном. Такой мусор. Телефонные будки. Нужно кто-нибудь пользоваться. Велосипедная парковка. Такие всякие бизнесы дурацкие. Магазинчики. Кафешки. Пока все закрыто. Откроется. Тепло на улице. Или с кем-то там. Что-то дурацкое. О, хай.